Харьков, 20 апреля, 17 год, 15:38 по Киеву. Станция метро Героев Труда. Я бы даже сказал, Героев Перманентного Труда. Постоянно что-то здесь ремонтируется, перестраивается, расширяется, увеличивается. Строится. Стройплощадка эта вчерашним снегопадом обрушилась на нее дерево, не выдержав веса мокрого снега. Ну, в общем, посмотрим, как здесь что будет. Этот выход из метро уже разительно отличается от миноритарного. А здесь только еще. Долго ему надо будет строить, видать.